Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Горящий терновый куст. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я, Господи!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и увести его из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и Евсусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя фараону, царю египетскому, и выйди из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.